комфорт, удобство и возможность сочетать гардероб. Именно эти качества ценит в одежде женщина 21 века. Однако, отдавая предпочтение практичности, забываешь, что одежда еще должна иметь актуальный крой и подходить к вашему образу. Однако есть такие бутики, где сочетаются сразу все эти качества. Я это уже на себе ощутила, потому что, примерив какие-то там 2-3 варианта, я поняла, что я просто кайфую действительно от этих моделей, которые вот на мне. Одежда – это есть внутреннее душевное отражение, потому что вот я люблю лично лаконичность, комфорт. Это модная практика для участниц проекта «Модель X» проходит в бутике «Болеро». Я просто сама такой стиль предпочитаю, и, в общем-то, сейчас наши женщины тоже больше, на мой взгляд, используют именно такую одежду, потому что это удобно, это практично, в такой одежде будешь выглядеть достойно и на каком-то мероприятии, и на работу. Под красивым, актуальным и удобным подразумевается стиль casual. Однако это понятие в современной моде отходит от базовых спокойных оттенков и фасонов, отдавая предпочтение асимметрии, ярким акцентам и дерзким образам. Сегодня девочки представляют коллекцию бренда «Катя Джанини». Работали мы, конечно же, со стилистом, с которым я сотрудничаю, с Людмилой Жукасовой. Все образы подобраны, на мой взгляд, вот прям попали под характер девушек. Я видела блеск в глазах девушек, поэтому надеюсь, что тоже одежда, которая представлена мне в бутике, нашла отклик в их сердцах. Если это будет подходить под его стилистику, ему будет в этой одежде комфортно. Поэтому мы для Ларисы выбрали именно это платье, потому что оно достаточно лаконичное, но имеет какие-то интересные детали в крое и спортивные детали, которые Ларисе очень подходят. Мы Людмиле, конечно, примеряли несколько образов, но решили остановиться на этом, потому что хотели сделать вот такую вот современную девчонку. Она сразу заулыбалась, сразу другой человек. То есть сразу понятно, что это то, что нужно, это подходит именно ей. За все время проекта участницы «Модель X» пробуют себя в нескольких образах. Какой из них попадет в самое сердце, стоит спросить у них самих. Сравнивая свой гардероб, который у меня есть, конечно, и сейчас, примерив вот этот костюм, я совсем по-другому себя ощущаю, более уверенно, более интересно, потому что подача тут совершенно другая. Я даже такая стала более энергичная, более уверенная. Но это все мое. В обыденной жизни мы редко когда отступаем от выбранного нами стиля и придерживаемся его во всем. Участие в проекте «Модель X» позволяет девушкам взглянуть на себя по-новому и узнать, что выглядеть стильно и современно можно в любом возрасте и при любых параметрах фигуры, не говоря уже об изменении стиля, привычек и образа жизни. Партнер проекта «Модель X» – магазин женской одежды «Болеро». Оригинальные итальянские бренды, высокое качество, натуральные ткани и регулярное обновление коллекций. Фирменный магазин находится в самом центре города на улице Энгельса, 59.